На очередном собрании научного совета Бакинского славянского университета было принято решение о создании кафедры азербайджанского культурализма. На образованной по инициативе члена научного совета академика Кемала Абдуллаева кафедре на стадии бакалавриата будут изучаться все научные дисциплины и специальности, преподаваемые в Бакинском славянском университете. Введение в мультикультурализм, страноведение и регионоведение, культура и искусство изучаемых стран, этнография, история и этнопсихология общественной мысли, сравнительная литература. Период обучения в магистратуре наряду с предметом «Азербайджанский мультикультурализм» предусмотрено преподавание и изучение сравнительной литературной компротивистики и других различных дисциплин. Заведующая кафедрой «Азербайджанский мультикультурализм» доцент Айтен Гахраман рассказала о перспективах научных и методических планах новообразованной кафедры. И мы, как вновь первосозданная кафедра в Азербайджане на основе Бакинского славянского университета, будем оказывать всевозможную помощь, значит, в создании, в укреплении, в преподавании мультикультурализма на кафедрах других институтов. Доцент Айтен Гахраман также подчеркнула, что по распоряжению Министерства образования Республики, начиная с 2015 года, научные дисциплины «Введение в мультикультурализм» и «Азербайджанский мультикультурализм» будут преподавать на уровне бакалавриата и магистратуры во всех высших учебных заведениях Азербайджана.